В Улухемском районе начал работать женский патруль. Совет женщин Улухемского межкожунного медицинского центра инициировал создание женского патруля, основной целью которого является проведение профилактических рейдов на территории города и пресечение нахождения в общественных местах жителей и гостей города Шагонара в состоянии опьянения. Медицинские работники совместно с активистами Совета женщин района выявили 7 женщин и 3 мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии. С данными гражданами активистки провели профилактические беседы о вреде злоупотребления алкоголем и о последствиях, к которым это может привести. Отмечается, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе.